Что происходит? Посмотрите. Гуси окружили гнездо лыски. На гнезде сидит лыска. Это семья гусей, взрослые дети с мамой, по-моему. Прошлогодний выводок. Что творит? Вы представляете? Эй! Эй! Жесть! Это кричал мой муж. Это он снимал это видео. Сколько перьев. Представляете, почему? Почему они напали? И очевидно, это самец напал. Она сидела себе на гнезде спокойно. Кошмар. Это не окрошка. Это холодник. Или свекольник. Или бурячник. В общем, холодный такой суп со свеклой. Солнышко, тепло, уютно и сразу настроение хорошее. Правда? У вас тоже так? Влияет погода на ваше настроение? Мая 2024 года. Вчера было 26 градусов. Сейчас у нас без 15:11. 11 градусов. Смотрите, как уже поели улитки. Климатис. Вот такое небо сегодня. Вечером поздно была гроза. Третье мая 2024 года. Моросит дождь. Ночью была гроза с громом и молнией. У соседей цветет сирень. Глициния. У нас первые розы. Доцветает яблоня. Груши. Лавровый лист. Здесь новая герань. Но еще нужно докупить. И будет посажена в этот большой горшок, как обычно мы делаем. Вчера было 26 градусов. Позавчера 25. Сегодня 11-12. Что-то в этом роде. Вот такое небо. Ой, холодный ветер.
Муж купил вот новый шланг, видите, с такой закрытой коробкой системой. Очень удобно. Правда, пришлось повесить немного высоковато, потому что там надо подключать к крану. В общем, иначе не получалось. В Лидле мы купили, ездили тогда, вот герань купили и этот шланг. На следующий день муж снимал, и слава богу, лыска вернулась на свое гнездо. Все хорошо. Гусиное семейство на поле. На этом поле обычно играют собаки. Теперь они тут Лили, во всяком случае, не отваживаются туда идти играть. Муж решил поправить дорожку после того, когда почистил все кёрхером. Ну вот под напором воды сильным. Муж мол, а, абрикосы такие красивые. Очень аппетитно выглядит. Кокос. Ну, вот такой упакованный. Это такой турецкий или марокканский. В общем, не поймешь, какой магазин. Ну вот стоят люди, ждут шаурму. А ну, подними, Кибургер. Дочка захотела куриный бургер. Вот у нас сегодня такой ужин. Это шаурма у Саши. Вот такая турецкая пицца с курицей. Интернет не даст ничего забыть. Вот ровно год назад купила эти очки. Две пары солнцезащитных. И очень ими довольна. Сезон уже давно открыла. Наш завтрак воскресный, не просто воскресный. Сегодня 5 мая 2024 года. Ортодоксальная православная Пасха. Почему-то в Украине вот именно Пасху еще пока празднуют по этому календарю. Я испекла пасочки, разукрасила яйца фломастерами, потому что здесь краску не найти. Раньше как-то пару раз продавали, ну вот разными способами попробовала. И вот такой вот завтрак у нас. Ничего прям особенного. Ну, просто больше выбор, да, в такой день. Клубничка, вкусняшка. И у меня куча стаканов. Вода, сок, обычный сок не пью. И кофе же, конечно. Обычно у меня большой стакан воды и кофе. Но сегодня и немножко сока решила себе позволить. Мостится, мостится, не может себе место выбрать. Лили у нас компанейская собака. Извини. Вот и Любит компанию. Виноградные улитки уже тут как тут. О, все смотрите, мое было какое улюкт. у нас красивое Ой, небо небо. голубое.
Не всегда на Пасху такая хорошая погода. Нет? Ну, вообще на католическую, скажем так. А это же православная Пасха. И такая поздняя, 5 мая. Поздняя. Ну, небо просто обалденное. Погода Пасха. Чудесная. В Нидерландах вообще погода сейчас очень переменчива. 2-3 дня жарко, вот хорошая погода. Прям вчера лето, дождь. И потом холодно. Дожди, холод, ветер, шторм. А тут у нас еще тюльпанчики. Мы про них забыли. Посадили поздно. Я? Ну, думай. Рубхар. Руб. Это вторая пасочка, она пониже и пошире. У меня вообще вот такая форма была, такая самая маленькая. А еще две я сделала просто из бумаги сама форма. У нас тут не продаются такие формы. Я видела, как используют в Украине, в России, прям для пасок хорошая форма. Но главное, что паска вкусная получилась. Замешивала тесто на стакан молока. Как раз вот три пасочки. Отлично.